For those who do not understand Russian or Ukrainian, we're going to have a translation. If you need the headphones, you can look back at the operator. They're going to give you one. Brother Grigori, ваші діти, сини та дочки, ваші зяті, ваші невістки, ваші онуки, ваша величезна родина. Ми в цей вечір прийшли розділити разом з вами це горе, цей біль. Я сам собі розумію, що я не можу до кінця урозуміти тої глибини, тої болі, тому що я в такій ситуації ще не був. Тому я прошу Господа, щоб Він сам потішив вас. Ми сьогодні не будемо жалкими утішителями, тому що ми люди віруючі. Ми будемо потішати вас один одного словами життя, словами із Біблії. Ці слова є живі, вони дають надію на вічне життя. Однак, як люди ми, нам боляче. Коли тільки сестра Оля померла, і так завжди чомусь, як людина помирає, собі згадуєш, коли ж я останній раз її бачив чи його бачив, коли це було, про що говорили. Ми з сестрою Олею сиділи за одним столом у цьому зданні на похоронах у брата Шурі Нікітенка. Ми разом сиділи за столом. Я сам собі, наприклад, не можу так сказати, уявити, наскільки, що це дійсно, що сестри Олі вже серед нас немає. Тому що вона ще не молода, так сказати, не така стара, не лежала так довго чи щось, і раз уже її немає серед нас. Тому це тяжко. І я кажу, як ми, як люди, особливо рідним, можливо, дітям, багатодітних сім'ях, буває, кажуть, діти один між одним кажуть, о, той на маму, на тата, той у вас любимчик, або та у вас любимчик. Таке буває, кажуть. Я не знаю, наскільки правда чи неправда, але не тому, що мама чи тато когось відділяють, люблять більше або менше. Я думаю, мама і тато, вони всіх однаково люблять. Просто є різні діти. Є діти, які дуже прив'язані душею своєю до мами чи до тата. І ті, хто були більше прив'язані до мами, вони будуть довше страдати, плакати. І це нормально. Написано, коли
коли Стефана побили камінням, його погреблі написано «мужі благоговіння». Такі люди, які свято і богобійно ходили перед Господом. І вони погребли мученика Стефана. І далі написано, що вони такі щинили великий плач. Тому якщо вам сьогодні плачеться, ви можете спокійно плакати. Я розумію, що це були мужі віри, але, можливо, серед них і були, які казали, Господи, ми розуміємо, що ти творець, ти Бог Богов. Ти всесильний, ми бачили тебе, ось ти недавно зовсім ходив з нами. Почому ти допустив так, щоб нашого брата Стефана, і звініть, я таке слово скажу, так скажемо, побили на котлету. Його скрежетали на нього зубами, вивели і били камінням, побивали до тих пір, поки його не вбили. Я не хочу малювати картину, що сталося, можливо, як йому все порозбивали. І ці мужі, вони здійснили величезний плач. Тому, як вам плачеться, хай Господь благословить. Тільки Він може потішити, тому що Дух Святий є Дух Утішитель. І як я казав, і повторююсь, ми не будемо жалкими утішителями. Ми будемо читати слова Священного Писання, які дають надію на вічне життя. З Іовом трапилася страшна історія в його житті. Я прочитаю, написано в Іова, перший розділ, 18 вірш. «Приходит другой и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился». Кому он поклонился? Дітей немає. Жінці не думають, що він поклонявся. Він поклонився Господу. І сказав, «Наг я вийшов із чрева матері моєї, наг і возвращусь. Господь дав, Господь і взяв. Да буде ім'я Господнє благословенно». Поэтому, друзі, хоча це похоронне служення, хоча вам тяжко, нам всім тяжко, однак, друзі, давайте скажемо «Слава нашому Господу!». Тепер давайте ми всі разом встанемо на наші ноги і покличемо ім'я Господнє на це зібрання. Амінь. Алілуя. Керебату сайдеш темен год. Реліту ріфати клайти кроміно сарбайтус. Алілуя, Господь. Алілуя, Отець. Кремен тури фаде кламане год. Раман гегесури файде штамен готе салфиду краманто. Ременус кебиди клайде кромиде штамен готе фремину готес. Лаби тури файде кламанто ри файде кламен. Рибиде штамен готес рибиду штайдес. Елбеде ри фадо клайде кромине сербиду кламен. Господь мій Бог, алілуя, кребету штамен готе. Ребету ріфаде клабен готес. Ребету штамен готе, ріфайде кламанто. Ребету штамен готе. Ременто ріфайде клабен готе. Ава оче ребіту ріфаде кламен готе. Свідіде клайде. О, Дух Святий. Господи, це вечірній час. Ми всі разом зібралися на цьому місці. Ти знаєш, чому, Господи, Боже, наша сестра, твоя дочка, відійшла у вічність, Господи, Боже. І ми хочемо потішити родину, Господи, Боже, і розділити цю печаль, це горе, Господь, разом у цьому собранні, Боже. Но ми з Тебе, без Тебе, ми були б жалкі і утішителі. Но з Тобою, Господи, ми призиваємо Тебе, Твій Дух Святий, хай прийде на це місце і дасть потіху, Господи, дасть пораду, Боже, мій, і радість на спасіння, на зустріч у небі. Алілуя. Тому я прошу
прошу Тебе, благослови це зібрання від початку до кінця, Господи. Благослови всіх учасуючих. Нехай Твій Дух Святий буде на цьому місці. Боже, ми надіємось і ожидаємо Тебе, Господь. А все нехай буде для слави Твоєї. Ім'я Твоє нехай буде благословенне. Амінь. Ми залишимось на ногах. Ми зараз проспіваємо разом «А небо, голубое небо» буде общее пение, після чого буде перша проповідь «Брат Еммануїл». Та благословить Господь. Братя і сестри, і всі присутні, є, коли ми зустрічаємося по других різних положеннях, і нам привично себе вести так, як ми розуміємо,
Але от на траурному зібранні, коли в наших родинах або в наших церквах помирають члени церкви, помирають друзі, помирають знайомі. І ви знаєте, що часто ми не можемо приділитися, як же себе вести, правда ж так? Чи то казати слава Богу? От такий вопрос, правда ж? Чи ще щось радісне казати? Чи може отак сидіти уніло, зложивши руки? Але ви знаєте, що перший псалом, який ми всі співали, і нам співали про якесь небо. І те небо, воно нас чекає. А в те небо вже війшла наша сестра. І Священне Писання, дуже знайоме місце Священного Писання, де Богу теж було небезразлично наше положення, і Він через апостола Павла пише такі слова. В нашу, як би сказати, підсказку нам, щоб ми розуміли і в цьому мали якесь оприділення. І я читаю Фесалонікійцям 4 розділ, 13 віршик. «Не хочу же оставить вас, браття, в неведінні об умерших, в нерозумінні, в непоніманні, в неведінні». І він тут далі каже. «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Брат говорив нам, заплач. І всяка розлука, яка б вона не була, вона є печальною. Але ви знаєте, що ця розлука, вона з одної сторони печальна, по тілі. Вона печальна, бо відійшла в вічність мама. Вона печальна, бо не стало мами. Ви знаєте, що, напевно, тільки до смерті можна приложити таке слово. Буває, ми щось загубимо, але є надія, найдемо. Буває, хтось поїде, але приїде. Буває, захворіє, але вернеться з лікарні. Але ви знаєте, коли людина помирає, тоді ніякої надії. Але в нас, християн, апостол Павло каже, що я хочу вам підсказати, щоб ви не скорбіли, як прочие, не маючи надежди. Ібо єсть ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то і умерших в Ісусі Бог приведет з ним. Ібо я говорю вам словом Господнім, що ми, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках встретению Господа, на воздухе, и так всегда с Господом будем. И вы знаете, что, каже, не оставят вас в неведении. І він розказує, що буде з умершим, що буде після смерті, що буде потім. І закінчує апостол Павло оце своє роз'яснення такими словами. І так, утішайте друг друга цими словами. Браття, сестри, слава нашому Господу! І в мене старша сестра померла. Теж почти в таких роках. Мами нема, тата нема. Але ви знаєте, коли приходять на згадку оці дні, вони, то приходить і утішення Господнє до серця нашого. І згадуєш про їх не таких, як вони десь в тіні смертної, як десь, ви знаєте, там, де нема повороту, а згадуєш, вони часто сняться, що вони там в небі.
у вічності з Господом. І тому я би хотів, щоб і ми розуміли, діти, брат Гриша як чоловік, внуки, родина і навіть ми, далі, друзі, щоб ми розуміли, що ми зустрінемося і прославимо за цю перемогу Господа. Ми знаємо Олю дуже давно, ще коли ми служили з братями в армії в Прибалтиці. І ми там з ними зустрілись вже десь років 40 тому назад. Вони нас посіщали, ми їх посіщали по можливості. Ви знаєте, що ми з перших днів знали її як таку добродушну сестру, яка знала, що там в армії служать браття, далекі від домів своїх. І ви знаєте, їхнє серце ще з подружками, з другими членами церкви горіло, щоб нам принести якесь утішення, якийсь мир і так далі. І коли ми приїхали сюди, я теж ніколи не думав, що ми на Україні, вони в Естонії жили, що так буде, що ми тут зустрінемося в Америці. І для мене було то велике диво побачити їх вже тут. І ви знаєте, що, напевно, ще буде одне, ну воно не диво буде для нас, коли ми побачимо її там в вічності. Вона вже там, а ми туди обов'язково прийдемо і побачимо всіх тих, які перш нас, як я тут читав, перейшли у те загробне життя. І це все сотворив для нас наш Господь. Браття, сестри, тому я не буду більше задержувати вашої уваги. Каже, і так утішайте друг друга цими словами. І цю утіху має тільки християнство, цю утіху приніс тільки Господь. Ви знаєте, що вона багато принесла утіхи в цьому житті. Вона була жінкою для чоловіка, вона була мамою для діточок. Як вона їх утішала, правда ж? Але те положення, яке звершилось, ні вона, ні ми, ніхто не в силах, щоб нас так потішити, як пропонує нам цю потіху Господь. І тому хай благословить нас Господь, хай дасть нам надію, що ми не дарма ходимо на зібрання, що ми не дарма підвізаємося, і хай це служіння, воно є служіння, це не просто ми прийшли, щоб, як би сказати, останній раз подивитися на тіло нашої сестри. Це служіння, і є написано в Священному Писанні, що лучше ходіть до плача, тому що живий приложить це до серця. Бо такий кінець кожного, браті і сестри, щоб нам з усім усердям, з усім бажанням не забувати, що ми будемо в такому положенні, ви знаєте, іти твердо за нашим Господом. Щоб те начало, те подвізання, яким йшли наші батьки, ті, які впереді йшли, ви знаєте, щоб і нам оказатися достойними. Хай Бог нам поможе, хай Бог дасть сили, хай Бог всіх утішить, щоб ми оце утішення придбали від Господа. Я вам скажу, що вже зараз трошки рідше, а трошки раніше, як померла і сестра моя, і батько, і особо мама, вона так часто мені снилась. І кожен раз, коли вона снилась, ви знаєте, вона снилась мені так, як вона на небі. І хоч це був сон, але мені дуже приємно, що наші жінки, наші мами, наші батьки і всі ті, які в Христі відійшли туди до вічності, вони, ви знаєте, в кращому положенні. Вони не жалкують про це. І вони не плачуть про це. І вони, ви знаєте, не жалуються Господу. Господи, нащо мені будь тут? Верни мене назад. Так, напевно, ніхто із їх ні один не сказав. Така їхня прекрасна там будушність і вічність. І тому останнє, що ми можемо зробити або звершити отут, в цьому такому залі, молитвеному домі, всі, хто прийшли, може, хтось щось пожертвував,
Може, хтось обняв Гришу, може, хтось дітей обняв, ви знаєте, пожалкував. Але саме більше, що ми можемо зробити, це Богу сказати за них. Сказати Господу, що ти будь для їх мамою, ти будь для їх утіхою. Ти, оті сльози, які ще не раз потечуть десь там, ви знаєте, на постелі, в подушку, ти утри ті сльози. І хай твоя рука пронзенна всіх їх доведе аж туди, до зустрічі з мамою. Встаємо на наші ноги і молимося перед Господом. Амінь. Добрий Бог, ми перед лицем Твоїм. Ми Тебе щиро дякуємо за цю надію, яку маємо в Тобі. Ми Тебе дякуємо, Господи, за це утішення, яке Ти приніс. Господи, і хоч тіло нашої сестри лежить у гробі, і хоч це тіло, Господи, завтра поховають, але, Господь, душа її є Твоє духовне там в Тебе, в небі. Господи, вона радується, вона тішиться, всі скорби її пройшли, залишились на землі. Боже, Ти воздав їй за її труди. Вона отримала милість від Тебе за свою віру, якою вона йшла по цій землі. Слава Тобі, Боже! І ми всі разом на руках молитви приносимо, Господи, цих діточок, цих внуків. Господи, брата Грішу, Боже мій, Ти потіш. Ми розійдемося, вони остануться з цим, Господи, з цією дійсністю один на один. І хай, Господи, їхні сльози будуть, Господи, переповнені радістю в тому, що вона в кращому місці. Вона війшла туди, куди стремилась, щоб і вони стремились і досягнули. Поможи їм, поможи й нас, устрой це зібрання і будь прославлений в ньому. Бог, Отець, Син, Дух Святий навіки. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний подавай нам на кожний день і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. І не введи нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого. Ібо Твоє є царство і сила, і слава во веки. Амінь. Ми зараз всі разом заспіваємо псалом «Вічність святих видиться мені». Після чого буде тріо «Уютна земля». Після чого буде Оксана Мусієнко вірш та пісня, після неї буде Дмитрій Крамар пісня, після брата буде Ангеліна і Авеліна «Ближе Господь к тебе», після них Лариса Подгорна «Свідетельство», після неї сестри Гриньові споють, а тоді буде проповідь брат Володимир Моніч. Благослови Господь. Небесный родной стороне.
землю, значит, мы не знаем печали настоящей и борьбы. И если мир нам показался раем, то значит, что страданием скоро быть. Завтра небо, а нам мила уютная земля. Здесь целый мир, закаты и рассветы, семья, работа, праздники, друзья. А небо как-то совсем реально, и далеко пришествие Христа. Мир приземленный кажется нормальным, желанными привычные места. Если завтра небо, а нам мила уютная земля, здесь целый мир, закаты и рассветы, семья, работа, праздники. Дорогой сестре Оле, посвящаю этот стих. И все для Бога отдавая, жила среди нас наша сестра. Она усталости не знала и тихо Господу ушла. Любила сильно Оля Бога, любила мужа и детей, своим богатством называла
и девять деток дал Бог ей. И где бы Оля ни бывала, везде стремилась рассказать о милостях Господних людям, чтоб знали Божью благодать. И благодарное то сердце Господь весьма благословил, на посещении в больнице Господь ей мужа подарил. Любила труд, на посещении всегда стремилась, а в глазах имела радость от Иисуса, сейчас с Иисусом в небесах. Такие люди нужны Богу. Нам трудно это осознать. Не будет с нами больше Оли, забрал Бог любящую мать. Она была мне другом близким, колени мы не раз склоня, и вместе Бога восхваляли, мне как елей была она. Имела Оля дар молитвы, и говорила ее мать, что с детства то избранье в Оле стремилась Богу угождать. Была она гостеприимной, любила сильно так людей, творение Божие любила, природу, горы, Бог был с ней. Не раз меня в ней поражало, как восхищалась она тем, что Творец создал великий, считала милости она. Пусть Бог утешит деток, мужа, потери сей не передать, ведь светом многим была Оля, любимая сестра и мать. Сейчас я хочу спеть псалом, который мы с Олечкой часто вместе пели. Мы часто очень были у них в гостях, когда я к ней часто приходила. Птички Божьи, домой собирайтесь. Мы сил дадим.
Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, все, чьим сердцам было близко сестра Оля, и, конечно же, особо я обращаюсь к детям, брат Гриша, к вам. Мои соболезнования вам, от моей семьи соболезнования вам. Пусть вам Господь даст силы пережить эту утрату и иметь ту надежду, которую дает нам Господь. Я не знаю, как бы мы жили, если бы мы не имели надежды. С сестрой Олей я познакомился 27 лет назад на нашей свадьбе. Но моя супруга Лиля, она знала сестру Олю гораздо раньше, еще с Эстонией. Они дружили, провели много времени вместе. И Лиля, она очень близко, это было неожиданно, и она довольно глубоко переживает уход сестры Оли. Я знаю, что в сердцах детей до конца ваших дней, дети, в ваших сердцах останется то место, в котором будет жить ваша мама. Брат Гриша, я знаю, что в вашем сердце до конца ваших дней останется то место, в котором будет жить ваша супруга, сестра Оля. Я хочу всем вам оставить на память песню, которая называется «Мама моя». В розовом царстве далекого детства помню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное, жизнь без тебя была б невозможна. Стал я взрослее, и ты стала ближе, образ прекрасный, любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязан, каждой ресничкой тебе я обязан. Мама моя, нет, за такую любовь невозможно ни заплатить, ни воздать подороже. Никогда не оплатится, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться. Ангел бессменный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Наш уже взрослых ты в сердце по-прежнему держишь, как крошек, бережно, бережно. Мама моя, нет, за такую любовь платить, не воздать подороже. Эта любовь материнскую значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится. Мама моя, мама моя. В розовом царстве далекого детства помню твое материнское сердце. Сердце большое, такое надежное, жизнь без тебя была б невозможна, мама моя, мама моя.
Мама всегда молилась, чтобы ее дети играли инструменты. Вот я маме. Честно говоря, я до сих пор не могу даже представить, что я нахожусь на провожании Ольги. Мы с Ольгой, мне кажется, что прожили вечность, целую жизнь. Мы знакомы где-то с 79, ну, наверное, с 80-го года. Она дружила сначала с моей сестрой, старшей Ниной, которая тоже ушла в вечность. И Нина меня привезла, как бы пригласила учиться в Кохлоярве, это в Эстонии. И мы там познакомились с первым, с кем мы познакомились, это с Ольгой. Они, их дом, Ольгин, был рядом с училищем. И мы просто приходили очень часто к ним домой. Сначала просто общались. У них дом был очень-очень гостеприимным. Я не знаю, кто там только не был и не жил, потому что училище было рядом, вокзал был рядышком. И их семья, их мама, она потом стала как моей мамой. Их папа тоже, ну... Просто их семья была очень такая открытая, доброжелательная, никогда этого не забуду. И однажды Ольга просто настояла, я даже переживала, стеснялась, не хотела там, ну, может быть, к ним переезжать. Она говорит: нет, давай переедь к нам жить, чего ты будешь в общежитии? И я как бы сначала так с трудом, но потом говорю: ну ладно, раз ты так сильно хочешь. Она говорит: мне скучно, давай мы будем вместе жить, будем вместе служить и так далее. И я переехала к ним, и у нас как бы интересная жизнь началась. Мы с ней, чтобы ну, долго не рассказывать подробности, очень любили Бога. Это я помню точно.
Я не помню таких разговоров, чтобы были такие, ну, как бы, разговоры, которые не касались бы Бога. Мы с ней, ну, мы говорили на разные темы, конечно же, но больше всего мы хотели что-то послужить, куда-то поехать большим семьям помочь. Потом мы, однажды у нас такая идея пришла, мы решили евангелизировать. Мне было 16, Ольга чуть, она, наверное, на года 3 старше меня. Вот. И мы решили евангелизировать, и там в Эстонии выходили просто в город после обеда, после школы, после работы. И мы давай просто говорили с людьми, так интересно, не знаю, откуда у нас это пришло, ходим там и спрашиваем, ну, у нас люди что-то заговорят с нами, ой, вы не покажете там нам кинотеатр, а мы говорим, мы верующие, мы не ходим в кинотеатр. Ну, как могли, в общем, мы смешно так. Сейчас люди в кинотеатры ходят и верующие все, но тогда мы так считали, надо вот показать, что мы верующие. И потом, я помню, мы с этой женщиной заговорили и так долго объясняли им, что мы знаем Христа, что вам нужно покаяться. Потом побежали на вокзал, узнали, какой-то человек там не знал, ну, неверующий, но был у нас в церкви однажды. Ну, и мы узнали, что он уезжает. А он доктор был. И мы побежали там к соседям, попросили Евангелие. Я говорю, я вам отдам. Они говорят, ну, у меня одна. Я говорю, я вам отдам. Мы взяли это Евангелие, побежали на вокзал, отнесли ему Евангелие, такие довольные. Потом нам братья запретили проповедовать вечером. Вот. И, ну, вот просто хочу сказать, что Ольга была таким человеком, что, ну, с ней было интересно разговаривать, общаться, и в будущем тоже мы как бы уже не так часто встречались, но с ней, когда разговариваешь, ну, есть о чем поговорить. Вот. А мы еще, что мы делали, мы молились, чтобы нас Бог пробуждал к молитве ночью, и мы, чтобы будильник не включать, а самим в 3 часа ночи, чтобы мы проснулись. И я помню, не помню, кто из нас первый вставал, в общем, я до сих пор без будильника встаю, вот, ну, не всегда для молитвы, честно, но мы вставали, вот, с ней молились, ночные молитвы для нас были очень важны, как-то понимали это. Я потом, ну, с детьми разговаривала, слышала, что они тоже, она их приучала вставать ночью для молитвы. Это правда, да? Я что-то слышала такое, не помню, кто мне рассказывал. Я вспомнила сразу, как это было. Вот. Ну, в последние годы Ольга была интересным человеком, она везде хотела быть. Вот она любила жизнь, просто везде хотела. Я говорю, Ольга, я вроде бы шустрый человек, общительный, но я не могу успеть за тобой. Она мне звонит, поехали туда, поехали сюда. Я говорю, Оля, ты что, я не могу. Она просто везде хотела быть. В Италии она ездила, и в Венецию, везде. Мы как-то так ждали Америки. А здесь она вообще везде ездила. И я думаю, вот она похожа, моя сестра тоже ушла в вечность, и тоже ездила и там было, успевали они как-то. Они жили уже здесь, как в вечности, у них без времени. В общем, они успевали везде. И вот моя сестра Нина, она тоже, Ольга ее пригласит, или Нина ее пригласит, не знаю, они вместе куда-то поехали, вот, то на Гавайи, то еще куда-то. И была очень интересным человеком, и с ней было очень интересно, что я не помню, чтобы мы с ней по телефону кого-то осуждали, или вообще разговаривали и кого-то осуждали. Вот честно, я не помню ни одного раза. Все время как-то мы говорили о том, о Боге и все такое. И мне пришел такой стих, притча, 31 глава, о Оле именно, что она подготовила свою семью, своих прекрасных деточек, они просто, я не знаю, это как жемчужины.
Я когда видела, думаю, Ольга, как ты так можешь везде успевать, и ездить, и детей воспитывать. И они настолько такие интересные просто, с ними, вот как родные, с ними поговоришь, вот, и жить хочется. Думаешь, как она сумела это вложить, Бога, в их сердце, и они и развитые, и образованные, и все умеют делать, и она просто хотела, чтобы они служили Богу. Это наша всегда мечта, нас как родителей, чтобы наши дети служили. И она сумела это сделать. Она как бы цель, которую она хотела, она поставила. Она, мне кажется, сделала все, что могла. Конечно, она много чего еще хотела. Она хотела и на миссии туда поехать, и туда. Она везде хотела быть. Я думаю, что, детки, вы восполните ее, восполните то, что она хотела и не сделала. Я думаю, вы все, вас много, и вы такие прекрасные, служите Богу, исполните ее желание продолжить. Это наследство она оставила вам. Это самое ценное, то, что она вам оставила. Она вас промолила наперед. Я так рада, что последние день, ну, мы уезжали на похороны к нашему пастырю Лене Бондаруку. Я приехала, и я говорю: Олечка, хочешь благословить детей? Люди боятся говорить о смерти, но моя Нина, сестра, тоже говорила, что я не хочу так умирать, что просто внезапно раз и исчезла. Я хочу благословить детей. И у нее это получилось. Она за день до смерти благословила, помолилась за детей. Я Оле говорю: ты хочешь благословить? И она стала благословлять их каждого. Это, знаете, это мечта, наверное, ну, настоящего христианина, чтобы благословить перед смертью детей и попрощаться по-нормальному. Детки как стали ей говорить такие прекрасные слова. Говорит: мамочка, ты самая красивая, ты самая лучшая, ты нас повозила по всему свету, ты показала нам мир, ты показала нам Бога, ты научила нас молиться. Я просто слушала это, я думаю, это праведник, когда умирает вот с таким благословением. И да, Ольга молодая еще, кажется, еще жить и жить, но все-таки она сделала очень много. Я, конечно, не... Гриша здесь ключевую роль играл, я понимаю это 100%. Если бы не Гриша, я не знаю, она бы не смогла этого сделать. И вот, и Гриша действительно благословенный Богом муж был. Я всегда спокойна была. Ну, знаете, у подруг часто там что-то в семье, то у того что-то не так. А Ольге как бы знали, что у нее действительно благословенная семья. Я всегда была спокойна. И вот это место Писания, притчи, 31 глава. Что дети ее... Сейчас... Не боится стужи для семьи своей, это 21 стих, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она вас одела в двойные одежды, в духовные одежды. Она вас одела наперед, она дала вам Слово Божие, она помогла вам узнать Бога вместе с папой. Я просто мое вам, конечно, сочувствие, но... Вы знаете, что очень мало таких матерей, и не так много на земле таких матерей, которые бы вложили 100% все, как бы. И она вам дала то, что могла. Я просто, конечно, с вами плачу, и дома просто села, стала пересматривать фотографии, и все вспомнилось. Мы последнее время, она вот в мае где-то нас пригласила, они продавали дом, и пригласили нас к себе в гости. Я так рада, что я поехала, хотя, ну, казалось, времени нет, такая суета, но все-таки надо общаться, надо внимание уделять своим друзьям и родным, и близким. Я рада, что мы все-таки хотя бы пообщались. Держитесь, детки. Гриша, ты
просто, не знаю, это Божий муж Божий, который сделал много для семьи и для Ольги. Я очень рада, что у нее такая семья. Я не хочу сильно там печалиться, конечно, это для детей потерять маму, это я сама молюсь за маму, чтобы она жила подольше, даже говорю, Господи, я, может, эгоистка, но я ради молитв ее, и просто продли ее дни жизни, я готова ухаживать, я готова продолжать что-то делать, чтобы за меня мама молилась. Я благодарна Богу, что моя мама жива, но я знаю, что если она пойдет в вечность, я знаю, что она нас тоже одела в двойные одежды. И ваша мама точно одела вас в двойные одежды. Благословение вам. Сестры Гриневой, пожалуйста. Дорогие друзья, мы троюродные сестры Оли, и наши отношения, они начались, когда мы еще были маленькими детьми. Не думали мы, конечно, что придется нам быть на таком событии и провожать ее с этой земли. Тяжело, конечно, говорить об этом и осознавать все это, потому что только месяц назад мы были здесь, мы были у Оли и Гриши, когда уже Олю выписали из госпиталя, мы приехали проведать, побыть вместе. И действительно, мы надеялись, что все станет лучше, и она поправится, и мы снова сможем иметь общение вместе. Что я могу сказать, что мы, как я уже сказала, что мы троюродные сестры ее, но наша жизнь переплела нас так, что мы стали с нею как родные сестры. Это постоянные встречи, поездки, и она любила много путешествовать, и так же самое, когда мы приезжали к ней или она приезжала к нам, мы вместе проводили время, и мы много ездили, мы общались. Это была действительно жизнь, полная радостей, практически только радостей. Мы соболезнуем всей семье. Гриша, тебе. Мы действительно приносим наши соболезнования, потому что это действительно утрата, которая невосполнима. Ничем не восполнить ее. Мы не знаем, почему так Бог создал и дал человеку именно вот жизнь, и потом дал человеку смерть. Все детки, которых родила Оля, это 9 вас, и мы вас любим, мы благословляем вас, и мы будем всегда молиться о вас. Действительно, это Оля оставила наследие. И мы всегда, когда мы с кем-то говорили или даже разговаривали друг с другом, мы всегда говорили, какие прекрасные дети у Гриши и Оли. И действительно, здесь огромная работа обоих родителей. Поэтому Оля закончила свой путь так внезапно. И наши знакомые, родные из Украины, из других мест, которые знали Олю, они спрашивали, что ж такое. Она болела долго или что? Что же произошло? Но мы говорили, нет, этого не было, она не болела долго. Она всегда была живая, она всегда была жизнерадостная, она всегда была полна идей, полна всяких
планов и так далее. Поэтому вот этот день сегодня настал, и поэтому мы разделяем с вами всеми вашу утрату, вашу боль, и знайте, что мы будем всегда рядом с вами. Да, пусть Бог благословит вас всех, наши родные. Хочется сказать, что только добрые воспоминания вот в юности, когда мы ждали друг друга, когда она к нам приедет, когда мы к ним приедем. Это всегда были желания поехать на служение, на молодежное, на съезды. И даже бывало, она сама часто вспоминала, когда мы ехали в поезде, когда Бог давал нам такую возможность свидетельствовать о Боге, где-то гитару у кого-то попросим, споем. И для нее это было, для нас всех, это была особенная радость, что мы смогли в то время, когда не слишком свободно мы могли сказать о Боге, мы все-таки могли поделиться о Нем, о живом Боге. Сейчас мы хотим спеть псалом. Открываю сердце тебе, наполняешь душу во мне. Живи!
Брати і сестри, церков, давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. В час, коли великі переживання на душі, на серці, коли тривога, скорб, ми маємо того, який однажды сказав: «Все я з вами во всі дні до скончання віка». Слава Богу, брати і сестри. Казалось би, дивлячись на час, в який прожила сестра Оля, на года, які вона прожила рано. Казалось би, ще жити, годувати дітей, заботитись про внуків. Але хочу сказати, брати і сестри, що в Бога случайності не буває. В Бога є воля Божа. Бог дав життя для сестри Олі. В той час, коли не знав про то і чоловік, не знали діти, внуки не знали і навіть не думали про то. Але Бог оприділив для того, щоб забрати її до себе. І тому я хотів би звернутися до тебе, Гріша. Сім'я, родина, внуки, прийміть іскрені соболезнування. І молитва наша сьогодні перед Богом, щоб Господь утішив кожного з вас утішенням неба. Щоб Він більше і більше відкрив для вас очі, що там, де знаходиться ваша мама, дружина, там буде краще. І Він є той, який в скорбі дає утішення. Бог не сказав для нас, що Він забере скорби від цієї землі. Ні, брати і сестри. Але Він сказав, що Він може бути і є в наших скорбах. Тому то хай утішить вас Господь, і також від церкви, братів, служителів, хай Бог допоможе кожному із вас. Сестру Олю я теж особисто знаю вже довго, далекий час. Через неї я познайомився і з Гришою. Неодноразово вони були в моєму домі, ми в їхньому домі. Ви знаєте, і ми ділили всі переживання. Хотів би коротенько нагадати деякі місця Святого Письма, щоб ми подумали за життя своє, яке Богом дане для нас. Іов в своїх переживаннях, пізнавши милості Божі, великі іспитання, він написав такими словами, це 14 розділ Іова, з першого вірша і нижче говорить такими словами: «Чоловік, рожденный жіною, краткодневен і присищен печалями, як цвіток он виходить, опадає, убігає, убігає, як тінь, і не останавливається, і на нього ти отверзаєш очі твої». Так коротко Іов описав своє нелегке життя. І він уподобив тому цвіточку, який жде ранньої весни, жде тепла від Господа, і цей цвіточок піднімає, якраз розцвітає, і дивись, дунуло, дуновіння, засуха, нема влаги, і цвіток відцвів в своєму житті. Дивіться на життя Олі, сестри і браття. Вона була дуже доброю жінкою, люблячою дітей і внуків. І коли діти навіть заболівали, хто-то заболів, або ж і аварії були, великі переживання були, вона завжди дзвонила: «Брат Володя, моліться в церкві. Брат Володя, ми переживаємо, Гриша заболів. Брат Володя, Гриша роботу потеряв. Брат Володя, то-то-то». І постійно Оля дзвонила і була любящою матір'ю. Вона заботилась для того, щоб підняти своїх дітей, привести їх до Господа. І коли діти вже навчились і грати, співати: «Брат Володя, дайте, хай наші діти послужать вас в церкві». І коли я в церкві сказав про те, що сестра Оля, вона померла, то кожен із нашої церкви в великих переживаннях. Вона майже була і нашим членом церкви. Як вона встигала, я не знаю. Але постійно була в церкві. Постійно була в церкві. І ви знаєте, в неділю я мало дзвонків мав від людей, тому що знаю, що неділя, спішив до церкви Божій, але завжди першим довгом Оля перезвонить: «Брат Володя, а як у вас служіння?» Така була людина. Оля, кажу, служіння наше обичне, добре, а ввечері, а молодіж? Дивись, уже Оля тут, як тут. Як встигала, не знаю.
Но ревность по Богу была, брати и сестри. И написано, как цветок, ось це життя, вона підняла сім'ю, брати і сестри. І, можливо, хто-то скаже, Оля Терещенко, ну, всі помирають і так. Але я вам хочу сказати, що вона виконала долг материнства. І коли я вашого пастора старшого питаю, Павел, а всі діти в церкві? Так, брат Володя, всі діти в церкві. Слава Богу, брати і сестри. Вона живі душі принесла перед Господом. Це недоспані ночі. Це постійні молитви перед Богом. Вона принесла їх перед Господом. І це є драгоценність в очах Господніх. Вона не з пустими руками предстала. Вона предстала з вінцем той, який дав їй Господь на цій землі. А тепер стоїть питання для кожного із нас. Можливо, хто-то скаже, я не так помру, я буду жити довше. Мойсей, він сказав однажды такі слова, дні, лет жизни наші. Ви знаєте, він перечислив. І саме більше казав, а саме більше – це 80 років. Це при великій крепості, брати і сестри. Ось таке наше життя. Але подивіться, Богом було назначено Олі прожити ось тільки. Дав би Господь, брати і сестри, щоб ми не губили марно час, але стремились до Господа і мали тверду віру, що там в небесах все краще. Ще одне місце хотів би нагадати, хай Бог благословить кожного із нас, це Бог через Іоанна Богослова, 14 розділом, 13 віршу, говорить такими словами. «І услышал я голос неба, говорящий мені, напиши, отнині блаженні мертві, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокаиваются от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Брати и сестри, Бог побуждает Иоанна, той, який возлежав на груди Господа нашего, Иисуса Христа, той, який після воскресіння бачив Його живого, и коли він побачив, то каже, я впав, як мертвий, на лице своє. Але Иисус Христос його підняв. И тут Христос говорит, что каже, напиши, блаженный, умирающий в Господе, ей говорит Дух, а не каже, побачить лице Господне, и будут вечно с Господом. А далее говорит, каже, и дела их идут вслед за ними. Своим життям, сестры и братья, мы сплетаем венец нашего життя, який предстане перед Господом. И, можливо, кто-то скаже, у Господа, можливо, не відмічено моїх старань, моїх трудов перед Господом, но вам скажу, що все відмічено. Він чує наші вздохи, він бачить наші сльози, він знає наші переживання, він бачить наші скорби і наші переживання, і в них є, і готовий допомогти. Молитва наша, знаєте, коли ми пройдемо після цього вечора, трудності прийдуть, особливо для брата Гриші, прийде велика тяжесть. І дав би Господь, брати і сестри, щоб ми не залишили його, але щоб ми в молитві несли його перед Господом. Тільки Дух Святий. Людина, брат Гриша, так не утішить. Дух Святий, який є утішитель, який сильний позаботитись. І поэтому ми ввіряємо тебе в руки Господні, придає благодаті Господі, да утішить Господь. І ми будемо молитись, щоб Господь підкріпив цю сім'ю по нашим домах, в наших сім'ях, щоб Господь утішив кожного з нас. І далі хотів би сказати, брати і сестри, дорожіть друг другом, цініть друг другом, общайтесь друг з другом. Знайте, життя короткочасне. Знаєте, якби даже і в Гриші на сьогоднішній день можливо було б поміняти ось цю обстановку, як би він хотів би більше і більше общатись. Бути разом, а це може бути для кожного з нас. Цініть друг другом, любіть Господа, досягайте любові, і хай Господь благословить кожного з вас. Амінь. Я ще об'явлю програму, яка буде до кінця. I would like to announce the program, what's going to be next. Right now, sister Becky has a son, please come forward right now. And then after her, gonna be family friend, brother Ricky, right after Becky.
Після чого буде Юрій Чернецький свідетельство. Після Юрія Чернецького буде свідетельствувати Вера Перекопська. Після чого ми дамо місце родині Терещенків. А що буде? Пісня. Діти будуть співати «Я іду по земній тропі». Після чого Деніел, син, буде мати коротке свідетельство. Після нього син Емік прочитає біографію. Після біографії буде слайд-шоу. І після слайд-шоу буде заключительне слово брат Павел Нікітенко. Друзі, ми дуже раді, що дуже багато друзів у сестри Олі. Час дуже швидко біжить, тому я прошу, ми всі просимо, хто вам говорить свідоцтво, говоріть коротко, 2-3 хвилинки. Благослови Господь. Sister Becky. Thank you. Sister Olga was an example for us. Two ways she was an example. I think she was like Ruth and Naomi in the Bible, that she cared about a foreigner like me, and she took me into her home and fed me and took me to the church, and besides being an example of caring about foreigners, she listened to God. And when God told her to invite someone, she invited them. And so I want to follow her example. And I ask God, Lord, help the whole family to always listen to you. And you said, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved and your house. Hello, I'm Ricky. You have no idea what Olga did for me. I don't want to get too far into it because I got to sing a song and I don't want to start crying, but she was such a blessing for my life, and she was like a mother to me. And yeah, we'll just start the song. Господь мой покров, охрана и покой, навек тебя благодарю, тебя.
хвалу тебя веру я. I just want to let you guys know, Olga and Gregory, everything they did, I was not raised with a mother. I didn't have a father growing up. Like, I got married in 2009, May 9th, 2009, and literally Olga and Gregory let me into their home. They let me into their home. I had no place to go. They were so inviting, they were so loving. The coolest thing that I like, the coolest, most greatest thing that I like about the Tereshchenko family is I see Olga in every single one of you guys. And like every single step you are gonna make from here on out, like this is just the beginning, guys. Like God's love was in her, right? And that same love that was in her is in you guys, in every single one of you. And I can testify and say that the Lord is so good. And he loves us all. He truly loves us all. And whatever he did with Olga, it doesn't stop with Olga because Jesus, he's alive. You know, Christos Voskres. You know what I mean? Christos Voskres. He is here with us. And he didn't leave. Holy Spirit is here in this place today. And he's in every single one of you. We just need to keep pressing on and keep fighting the good fight. In Jesus' name, amen. Юрий Чернецкий, пожалуйста. Мои и Инны искренние соболезнования. Григорий. Родство, близкие, знаю хорошо Сережу Перекопского, знаю Павла.
Кого еще? Если кого-то не отмечу, строго не судите. Когда услышали мы об этом с Инной, действительно, это было столь неожиданно и как-то не готово для нас. Недавно мы встречались с Ольгой. Это семейство, оно в моей первоначальной Америке, и Григорий, и Ольга, они послужили большим благословением. Я знаю и Гришу, и Олю с 80-далекого 9-го года, представьте себе. И я жил не так далеко отсюда, на кампусе, в общежитии в Киркланде, в Библейском университете. И мы были в одной церкви, и Григорий с Олей, они приезжали. Одни из тех, которые приезжали, я на то время был холостой, они садили меня в машину, у меня машины не было, и они везли меня на балет в церкви. Поэтому очень добрая семья, любвеобильная семья. Григорий, искреннее сожаление о том, что ушла к Господу супруга, ушла мама, ушла сестра. Самый дорогой и близкий вам человек. Где-то я говорил на одном из похорон, по-моему, в Монтверном последний раз, что я с содроганием ожидаю того момента, с содроганием, без преувеличения, когда придет, мы его называем день онный, для моих родителей, родителям моим по 90, отцу уже больше даже. И вот когда я встречаюсь с ними, это семья, мои родители полны Божьего Духа, полны веры по сегодняшний вечер. Я с содроганием, вот сколько бы ни было вашей маме, или 90, или 50, или 60, это самый близкий, как братья говорили, родной нашей жизни, нашему естеству человек. Они инвестировали в вас. Это такое популярное современное слово «инвестировали». Свою жизнь, свое время, все, свое все. И поэтому потеря мамы, она невосполнима, она просто невосполнима. Я читаю и оканчиваю. Апостол Павел, более всего со своего слова, которое Бог положил ему на сердце, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия». И Бог всякого утешения, 2 Коринфянам 1 глава, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Мы хоронили сестер, братьев хоронили, я тоже прошел долиной смертной тени. Но единственная личность, кто может нас утешить и поддержать, это только Господь. Да, мы подставляем локоть друг другу, плечо друг другу, молимся друг о друге, но когда потухнет свет, когда никого рядом не будет, останетесь вы наедине, и дети, и Гриша, наедине с самим собой, но вы не будете одни. Там будет Господь рядом, прям рядом, в вашей комнате, в вашей жизни будет Господь. И последнее. Каждый человек проходит три этапа, без исключения. Три этапа. Я люблю говорить на похоронах, на которых я больше люблю быть, чем на бракосочетаниях. Ну, так с Инной нас положено на сердце, что на похоронах каждый из присутствующих может быть очередным кандидатом. Очередным. На встречу с Господом. На встречу с Господом. И вот как мы встретим Господа, и как Он встретит нас, или таким радостным, восторженным, таким величественным, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Каждый проходит три этапа в жизни. Первый этап – это Христос сказал в 11:28 Матфея, «Придите ко мне». Это первый этап. Возможно, кто-то находится здесь из присутствующих в этом первом этапе, когда Господь зовет красноречиво, даже через
наглядное то, что мы сегодня имеем. Придите ко мне. Но это еще не все. Прийти к Господу – это еще не все. Надо следовать за Ним. 9:9 Матфея увидел человека, сидящего, сборщика налогов по имени Матфей. Он говорит, проходя мимо, Иисус сказал ему, следуй за ним, следуй за мной. Написано, он тотчас бросился и последовал. Поэтому первый этап – это хорошо, но есть второй этап – следуй за мной. И вот то, что мы сегодня имеем, это наша сестричка Оля, она удостоилась третьего, она удостоилась услышать третий голос. Не только первый – приди, не только второй – следуй, но третий, то есть третий голос – написано Иоанна 4:1. «И услышал я голос, как бы и прежде говоривший со мной, который сказал, «Взойди сюда, придите ко мне, следуйте за мной». И счастливчики те, блаженны те, которые удостоятся этого гласа, третьего гласа, «Взойди сюда». То есть небо открыто. Это там, где сегодня наша сестричка. Еще раз, да благословит Господь. Любим вас, помним вас. Такие добрые воспоминания о вас. Они такими и останутся в наших сердцах. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. Оля, нас так многих-многих собрала сегодня. И, наверное, все ее знали. Я думаю. И вот полгода назад она бы не думала, что она следующая в очереди, она была на похоронах моей сестры. Это просто неожиданно для нас. Это настолько неожиданно. Марина не могла мне представить. Звонит и говорит, Оля, плохо. Мы даже не могли представить, что может так случиться очень быстро. Ну хорошо, я первое воспоминание о Оле, когда я с ней познакомилась. Она приехала Марину звать с собой на вакейшн в Туапсе. И я почувствовала угрозу, она забирает у меня самую близкую мою подругу. Ну а в конечном итоге я там оказалась, в той семье тоже, слава Богу. Получилось, что она не разлучница, она нас еще больше соединила. Это Олина достопримечательность была в ее жизни, что она могла людей сближать. Это очень хорошая черта у нее была. Но теперь я, чтобы много можно говорить о ней, ну... мало времени. Я расскажу последние дни ее жизни. Просто Марина мне звонит, говорит, Оля, осталось жизни 3:13. Я говорю, Марина, я в пятницу приеду. Говорит, не дождется тебя? Я говорю, дождется. Я приеду. Оля мне звонила перед этим и просила, Вера, давай помолимся. Мы молились с ней по телефону. Я чувствую в духе, что ее душа рвется наружу. Все хотели ее остановить, хотели ее удержать, особенно дети. Муж, Маринка старалась изо всех сил. Это я видела. Потом она опять звонит, молись, мы молимся, не все по телефону. Я приехала к ней в пятницу. Все-таки я приехала и застала ее. Сижу, Оля, на тебе водички, тебе губы сухие. Что тебе сделать, что тебе помочь? Она говорит, давай молиться. Помолись со мной, молимся. Она молимся, молимся, она раз засыпает. Потом опять просыпается. Олечка, что тебе сделать? Давай молиться. Молимся. Она так исполнилась в духе. У нее не было сил говорить, но она так исполнилась в духе. Я чувствую, что ее душа просто вырывается. Ее ничем не удержать уже на земле. Она уже там. Мы ее здесь держим, она уже там. Потом опять засыпает. Опять говорит, Оля, что ты хочешь? Давай молиться. Вот это мы три раза молились. Потом говорит, давайте не уйдите, чтобы мне помолиться. Опять мы уходим, мы молимся. И потом сестра Люба Москаленко передавала вам соболезнования. И говорит, нам Оля часто будет чем-то непонятно. Говорит, ну как становимся на молитву? Такое соединение в духе, такое соединение в духе. Она любила Господа. Она любила очень Господа. Детки, я тоже осталась без мамы в 21 год. Поверьте мне, Господь будет вашим утешением. Господь будет вашим руководителем. Я это испытала на себе. Бог мне во сне через маму говорил, что как сделать даже. Очень-очень много. Я бы могла вам рассказать, какое это чудесное руководство Божье. И я верю и молимся, чтобы это руководство было в жизни вашей. Мама не всегда так сможет помочь папа, как может вам помочь Бог. Я знаю, что Бог вас не оставит, потому что мама за вас молилась. Вы в Господе, слава Богу. Уповайте на Господа, не теряйте эти надежды на Господа. Он вас доведет, и встреча будет с мамой. Мы все стоим в очереди.
Друзья, поверьте мне, смерти нету. Христос – наше воскресение. И она пошла в новую жизнь, она не пошла в смерть. Поверьте мне. Я видела небо, как открылось, когда моя сестра уходила. И я эту вечность переживала целый месяц, близость вечности. Слава Богу, что у нас есть надежда на встречу. И у нас есть эта вера. И мы этим живем. Слава Богу. Сейчас поднимемся на ноги, споем вместе «Я иду по земной тропе», после чего Дэниел свидетельство и Виктория также свидетельство, после этого Эмик биография и слайд-шоу. Нам далеко уже видно той край, где у славе небесный Господь, сам Спаситель веде в Божий рай. Свій відкуплений вірний народ, скоро він нас веде у бажаний той край дорогий. Скоро він нас веде у бажаний той край дорогий. Там забувши недолю земну, де чудова країна свята, всі співають. Мы желаем спеть песню «Я иду по земной тропе», наша мама любимая песня. Ее в последние дни она просила, чтобы мы это пели много раз. И мы хотим спеть, но хотим, чтобы вы нас поддержали и спели вместе с нами. Thank you.
Я хотел бы засвидетельствовать просто воспоминания, рассказать мои воспоминания за маму. Первое, о которой я хотел говорить, это о том, ну, о той работе, которую Бог делал в маминой жизни. Мама, я знаю, она всегда любила свидетельствовать людям о Боге везде, где она могла. Даже если это на английском языке. Она свидетельствовала, я знаю, о одном моменте особенно, когда Бог исцелил ее сердце, когда она еще была очень молодой, когда еще была детем, у нее были проблемы с сердцем, и по-моему, она долго болела, и Бог ее исцелил от этого. И она это людям всегда говорила, и после этого она могла еще родить 9 детей. И она этим свидетельствовала людям, как могла. Она любила знакомиться с многими людьми, она очень общительная была, и любила всегда об этом разговаривать. Даже на своем ломаном английском языке, как могла, она все равно свидетельствовала людям. Это ее не останавливало. И она не стеснялась, ее была эта смелость. Даже больше смелости, чем у тех, которые хорошо разговаривают, у нас, которыми хорошо разговариваем по-английски. И даже я на Snapchat нам выставили, как она была в Providence Hospital, вот уже в конце, в одних этих разок она была в Providence, она даже подошла к одной бабушке, пациентке, которая лежала там в постели, и она даже ей свидетельствовала, хотя она уже очень слабенькая, она даже ей подошла и свидетельствовала. Я не знаю, может быть, она и с другими тоже так знакомилась там, я и тоже им свидетельствовала, я не буду удивляться, если она так делала. И тоже она нам рассказывала тоже свидетельство о своей жизни. Одно чудо, которое она рассказывала нам, это она еще молодой работала в Эстонии, в котельной, смотрела за системой этой, и она работала в ночную смену. И вот она заснула была,
И потом она просыпается от стука в окно. Стук в окно. Она смотрит так, видит один мужчина пожилой, который с ней работал. Она видит, как он стукает в окно ей. Ну, она проснулась, и она думала, это, наверное, он меня разбудил, чтобы я пошла проверила эту систему. Она пошла проверила, видит, там уже пожар начался. И она как раз успела все потушить, и ничего больше не случилось. И могло бы быть намного хуже, могло бы там все загореться, она там сама. И Бог таким образом ее спас жизнь, что ну, вроде бы как он пришел ее разбудить. Ну и вот уже ее смена заканчивается, приходит этот мужчина утром пожилой, и она его благодарит, говорит, о, спасибо, что ты меня разбудил, то могло бы быть намного хуже, и как раз успела это потушить все. Он ей говорит, так нет, я вот только что пришел, я ночью здесь не был. И она поняла, что это ангел ее разбудил, чтобы потушить этот огонь. А еще другой момент, это уже в конце, вот уже недавно, у нее из-за того, что сердце очень слабо работало, уже на 20%, то может все хуже и хуже, и у нее собралась вода в легких. И она, эта вода, ну, она собирается в легкие, папа ее вез в больницу, то emergency, то скорая помощь ее забрала в больницу. И таблетками, и через IV ей выкачивали эту воду. И потом она приедет домой, и потом опять ее собирается вода, и потом уже пришло то время, когда врачи уже не могли эту воду уже до конца выкачивать, и она, эта вода все больше и больше собиралась. Ну и вот уже ее выписали домой, уже на хоспис. И это и нам говорили, ну, как раз было лекарство, которое помогало ее сердцу, и эта вода собиралась, и говорили, что вот мы ее отключим, и она, вот ей начнет, она начнет засыпать, и она просто не проснется, и все, и от этого она уйдет. Ну, и мы с ней тот вечер ее отключили, мы очень боялись, и мы с ней молились, наша семья, родственники, друзья приезжали, сколько мы молились, очень много то пели, то молились. Ну, у мамы как-то вера была, что Бог ее исцелит. Ну, и мы не хотели маме давать спать, потому что знали, что вот, ну, она заснет, и она больше не проснется. Ну, и уже, сколько уже, больше как 3 часа прошло, уже где-то час ночи, уже почти 2 часа ночи, по-моему. Мы уже думаем, ну окей, ну мы уже тоже устаем, и мама устает, конечно же, ей уже нужно заснуть, то мы помолились еще раз и доверились в руки Богу, и мама сама говорила, что ну, мы доверим, мы это передаем в руки Божьи. Если я проснусь, то значит это так Божья воля. Если я не проснусь, ну то это тоже Божья воля, это в руках Божьих. И вот мы все помолились, пошли спать. И я проснулся где-то 4 часа утра. Вижу, мама проснулась. И она сидит, кушает малинку. То ее аппетит вроде бы появился. Потом чуть позже приехала нерс ее проверить. Ну и мы говорим, что ну, у нее там вода в легких. Может быть, мы хотели как-то и лучше сделать. Она говорила, но она проверила ее сердце, стук сердца. Говорит, ну, ее легкие чистые от воды. Я такие, подожди, ну это значит, Бог ее исцелил. Она, видно, ей это, может быть, было неприятно слышать. Она говорит, ну, может быть, еще чуть-чуть осталось, сейчас я еще проверю. Опять вот послушала, нет, легкие чистые от воды. И потом сколько дней приезжала эти медсестры и медбрат приезжали, и слушали ее сердце, и ее легкие все это время после того были чистые от воды. То, что врачи не могли сделать, то Бог сразу исцелил. И слава Богу, что она хоть этим не мучилась, потому что это было бы очень большое мучение. То это для нас просто было чудо, что Бог слышит наши молитвы, что это было, мама была в Божьих руках, и Бог ее не оставил. Другие воспоминания о маме, когда я вырастал, это мама временами любила нас возить в Downtown Seattle, в Сиэтл, чтобы
ну, мы брали с собой еду и трактаты эти, и раздавали бездомным. Ну, нам иногда было это неприятно делать, но мама нам этот пример показала. Она нас брала, чтобы это делать. И она всегда молилась, чтобы мы вырастали и были миссионерами. Это была ее мечта. Она нас тоже, так как тетя Лариса говорила раньше за маму, что как они вставали ночью молиться, мама нас тоже будила ночью молиться. Нам это, ну, раньше как бы было неприятно ночью вставать, но теперь я вижу этот плод, что теперь мы видим и ценим, что эту важность, чтобы вставать ночью молиться, что когда Бог побуждает, то нужно вставать и молиться. Потому что это как раз самое свободное время, когда можно, никто не мешает, и можно помолиться. И мы за нее сколько молились ночью тоже, когда это случилось, когда с мамой такое случилось. Я тоже, верстая, я тоже слышал часто, как мама просыпается ночью и молится, и так горячо на Духе Святом молится. И она тоже, она молилась за спасение, она особенно молилась за спасение нашей семьи, чтобы Бог каждого из нас спас. Постоянно молилась за родственников, которые не спасены, за их постоянно молилась. И она тоже очень много молилась, чтобы Бог благословил нас хорошими, ну, мужьями и женами. И как раз и Бог так и сделал. Бог никого из нас не оставил. И она нас тоже учила, чтобы поститься. Даже с ранних лет она учила нас, чтобы поститься и молиться. Я тоже вспоминаю, как мама всегда заботилась о том, чтобы нам было интересное, ну, детство было интересное. Она летом нас возила на озеро почти каждый день, или в бассейн, или куда-то возила, чтобы нам было интересно. Конечно, ей тоже было это интересно, она очень активная, и она нас тоже с собой брала. А зимой то возила нас на горы, или же летом нас, с папой они возили нас на всякие vacations, потому что она понимала, что это важно, ну, время с семьей провести, это очень важно, и она это очень ценила. Мама нам очень много указывала любви, и она очень жертвенная была для нас. Были времена, когда мама ночную смену работала, и потом на даче еще работала днем, чтобы помогать. И я даже вспоминаю, когда я был в колледже, ну, и у меня денег много не было, и мама хотела сильно, чтобы я с ней поехал на вакейшн, и она даже за меня платила, чтобы я поехал с ней на вакейшн. Она работала больше, чтобы заплатить за меня. И она так другим моим братьям и сестрам тоже делала. И даже перед Рождеством она тоже больше работала, больше часов работала для того, чтобы заработать денег, чтобы нам всем подарки подарить. И на додачу, то, что она так много работала, также я вспоминаю, как на каждое утро, или почти каждое утро вставала даже в 5-6 утра, чтобы перед работой успеть нам приготовить борщ и успеть нам приготовить свежую еду. И потом она уезжала на работу. Мам на последние дни, то когда ей сделали, ну, ее был сердечный приступ 26 июня, потом 27-го следующий день ей сделали и делали операцию, и доктора ей дали шанс на 50%, что она выживет эту операцию. И мы все молились, я знаю, вы все тоже молились. Мы очень много молились за нее. И я просто сильно хотел, чтобы, ну, было еще чуть больше времени маме указать любовь и показать ей, что мы ее ценим. И как раз Бог дал ей еще 54 дня прожить после того. После этой Бог благословил эту операцию. Ее операция прошла благополучно, но все равно ее здоровье начало ухудшаться. И как раз в это время Бог над мамой работал, Бог дал маме еще время, она в это время как раз много исповедовалась, много каялась перед пастырями и перед папой, и у нас просила прощения, и мы могли у нее просить прощения, примириться, и
Бог использовал это время, чтобы приготовить ее уйти с этой земли и встретиться с Иисусом. И мы очень много времени, она очень много времени провела в госпитале, и в основном это время, когда она была в госпитале, то они давали только, ну, разрешали или же одному человеку, или же два человека на сутки приходить к ней и с ней быть. И, ну, когда уже ее выписали из госпиталя уже последний раз домой, то она провела еще 6 дней дома. И как раз, ну, приезжали туда. Она смогла это время провести и с семьей, и с семьей, и с родственниками. И многие друзья приезжали ее посещать. И мы за нее, мы с ней молились и пели. Она очень любила петь. И эта песня, которую мы только что пели, «Я иду по земной тропе», она нам говорила, чтобы мы эту песню включали, и, ну, мы много раз включали ее опять и опять и опять, чтобы, ну, что ей эта песня очень нравилась. И мы с ней это пели, и она как могла тоже молилась. И я знаю, что она была все это время, она была в мире, хотя мы за нее, ну, переживали, не хотели, чтобы она ушла, но она была в мире. И в субботу вечером она заснула, мы уехали, она заснула, и Бог ее забрал домой. И, ну, когда я об этом узнал ночью, в ту ночь, то, конечно, было очень грустно, очень большая, очень печально было, но в то же время я сам удивился, что у меня было очень много, очень большой мир был на сердце. И так, я думаю, у многих был тоже мир такой на сердце. Хотя грустно, что ее нету, но все-таки мир был. И даже интересно, что некоторые братья из церкви тоже мне и нашей семье говорили, как они их ночью, ту ночь как раз были сны такие, что, или же один сон, что не видят маму на небе, а другой сон, как видят, что мама пришлась мимо их, и они так, он так удивляется, видит, ого, мама, она идет пешком, когда она вроде как здоровая, и ему говорят, что мама уже здоровая, она исцеленная, и ее больше нет боли и печали. И, как, и просто это, я думаю, для нас было просто утешение. И просто в конце я хотел вам сказать, что я маме говорил, сколько вы молились, что вы за нее постоянно молились в церкви, и друзья сколько молились. И она говорила мне, насколько она была благодарна для об этом, что вы молились. И мы верим, что ту веру, которая через веру Иисуса Христа, что, которую мама имела, и мы имеем, то мы с ней встретимся. Она уже там, она уже не страдает. Аминь. Good evening, everyone. I wasn't planning to come out here. I don't know how I would be doing emotionally, but so I'll be talking in English just because it's a little easier for me. I don't have much time. Just wanted to highlight a few really special moments from my mom's life. She is definitely not somebody that we expected to leave us so soon. She left us some really amazing examples that will really be there for us for a lifetime. For one, when I was a little girl, I remember my mom always praying for us to be missionaries. She loved people so much, and she wanted us to just invest our future into serving other people. My mom always said that she never wanted anybody to ever leave her home hungry. Just the amount of people that came through our doors, she would always offer them food and just keep on insisting on it. She would always give the last bread, the last piece of treat or candy or whatever it was. That was just her heart. She really cared for us to have that last bite of food and to not ever be hungry.
Like Daniel had pointed out, we would go visit the homeless many times, and she would just, you know, whatever food she had with her, whatever broken English she had, she would testify of God's love. She was not afraid. She was so bold. We always had people living with us, from a homeless woman that she just found in a shelter to just anybody and anyone in need. My mom always cared to make sure that they had a roof over their heads, and that was just such a beautiful example. My mom always prayed for us, as my brother mentioned, for us to have great marriages, for us to be blessed with great spouses. And I know that it is because of her strong prayers, nightly prayers, continuous prayers, that we've been blessed with that. And the last time I saw my mom, I came down actually for the last 3 days of her life. I never thought that those would be the last time that I would ever see her. But I believe, I just see how God had used the situation of me seeing her the last time I saw her. I did have hope that she would be healed, but I was just looking at her physically. She was just so weak, so helpless. From my mom just always being such an energetic person, she visited us in Texas just 2 months ago. She was so energetic, so full of life, and for her to suddenly come to a point where she was just completely helpless, couldn't move her hands or her feet, and we just had to take care of her to the littlest detail. And I just looked at her worn out, her warm eyes, and it was just such a like painful but bittersweet moment, just realizing that she raised all 9 of us, birthing all of us naturally, completely going through that pain, to changing all of our diapers, and here we were now taking care of her. I felt very heavy-hearted leaving home, and just to point out, right before leaving home that morning, Saturday morning, we were supposed to fly out at a certain time. By pure accident, we missed our airplane flight. And when I told my mom that, she's like, you know, znači tak nada bila. And I had a feeling in my heart there really is a reason why we missed this airplane flight. And so in the evening, I gave my mom a final goodbye. It was really hard for me to say that goodbye. For some reason, my heart was feeling heavy, even though with my mind, I believed that she truly would be healed. And by the time we got onto our airplane for some reason was delayed for a whole hour while we were sitting in the airplane. And just right before takeoff, we got the news that she took her final breath. And for me, as painful as it was to accept that this was my reality now, but one thing, I was, with that pain, I was glorifying God, because I realized how much God just took care of that last littlest detail for us to be able to spend that last week with my mom, for us to be able to just, you know, get right with her, mend anything, apologize to one another, just really build that bond with her, show her our love and our care. And I just believe that God really took care of every single one of the family members to be able to just have that final time with my mom. And for that, I just want to say praise the Lord, because I know that she is in heaven, and just cannot wait until that day that we will all one day reunite with our mother. Дорогие друзья, я хотел всех поблагодарить, что вы с нами делите эту скорбь о нашей мамочке приобретения. Она любила собрание, любила общение и любила пение. Для это великая радость. Кто до нас не приезжал в гости, до нас очень много приезжали в гости. Всегда они не выезжали, пока мы с ними не споем какую-то песню вместе и не помолимся. Я хочу прочитать мамину биографию. Anyone English speaking, you may follow along. I will read the obituary in Russian. You may follow along in English. Терещенко Ольга Михайловна родилась 15 ноября 1962 года в семье Перекопских Михаила и Марии, четвертым ребенком, которая проживала на то время в городе Волногорск Днепропетровской области. В 1971 году переехала на Кавказ в городе Туапсе. Будучи десятилетней девочкой,
возревновала о Господе, получив крещение Духом Святым. В 73 году семья переехала в пригород города Краснодара, поселок Афипский, а в 78 году уехала в Эстонию, в город Кохлоярви, где она и приняла святое водокрещение. Проживая в холодных краях Эстонии, христиане переживали горячие молитвы и служения под обильным действием Духа Святого, Таллинского движения. Оля переживала большое благословение и радость от Господа. Многократно пребывая на молитвенных служениях, любила посещать старцев и семьи с новорожденными детьми. Однажды со своей подругой поехали в Ленинград по своим делам, а потом, когда оставалось еще свободное время до отправки поезда, решили посетить одного верующего солдата, Терещенко Гришу, который находился в военном госпитале. Спустя 2 года после этой встречи, в 88 году вышла за него замуж, а в январе 89 года со своими родными, покинув Прибалтику, выехали в Италию, где и родилась первая дочь Ангелина. В мае этого же года со своим мужем Гришей и 2-месячным ребенком прилетели в штат Вашингтон, где потом и родила еще 8 детей – Эмик, Вика, Даник, Эдик, Лиана, Эвелина, Равим, Изабелла. Оля очень любила детей и всем рассказывала, что у нее 9 детей, и говорила, что это ее богатство. И когда ее останавливал полицай, то она говорила, что у нее 9 детей, и ее часто прощали. Любила, как играют на музыкальных инструментах, любила петь с детьми, любила природу и цветы, и собирать грибы и ягоды. Очень любила знакомиться с людьми везде, где бы она ни находилась. И при каждом знакомстве всегда на своем слабом английском свидетельствовала, как Бог исцелил в юности ее сердце и дал ей родить 9 детей. Учила детей, как молиться и служить Господу. Своим любящим и щедрым сердцем всегда старалась приобрести детям, а потом внукам подарки, чтобы они были рады. У нее было много друзей, сильно любила и наслаждалась внучками. При ней своей жизни Оля успела женить 5 детей – Эмика с Аней, Лиану с Эдиком, Вику с Русланом, Эдика с Настей, Даника с Викой, от которых родилось 7 внуков. 27 июня 2022 года после сердечном приступе Оли здоровье стало сильно слабеть. Последние дни жизни при последних физических силах в кругу семьи, близких друзей, совершение горячих молитв и теплого общения, Господь помог ей еще прожить 6 дней. 21 августа ее сердечко перестало биться в ее груди. Господь отозвал ее в свои обители, оставив мужа, детей, внуков, родных, много-много друзей и всю землю. Я себе еще немножко записал о маминой жизни и у нас с нашими родственниками, с друзьями, кто делился. Очень много моментов совпали вместе. Я хотел бы маму, если ее характер так или ее персону объявить одним словом, я бы сказал, что она очень смелая. Может, еще добавить шустрая. В 15 лет Бог исцелил ее сердце от аритмии. После этого ее вера только укреплялась. Она любила природу и насыщалась Божьим творением. И куда бы она ни ехала, она всегда, даже если она едет куда-то на отдых или едет куда-то на озеро, она всегда найдет человека. Если русский, то она обязательно подойдет до них и будет проповедовать им. Она даже в последний месяц, она даже медсестре свидетельствовала в больнице. Одна медсестра к ней попалась, мама и папа нас просили, чтобы мы помолились, чтобы к ней было лучшее отношение.
Одна медсестра к ней просто грубо относилась. Может быть, у нее плохой день был. И мама до нее таким ломаным английским ее спрашивает. Я очень нервную и очень переживаю, и это мне для здоровья это нехорошо. Можно тебя поменять? И она говорит, я верующая, мне это очень действует. Та медсестра, как услышала, что она верующая, она так поизвинялась, она говорит, я тоже верующая, с ней села вместе. Они поговорили, и с ней было намного лучше общение. Мама спешила просить прощения, даже если она невиновна. Она всегда любила мир. Кто ее не знал, даже если кто-то где-то поссорится, она первая приходила и старалась, чтобы всех примирить. Она дружила и помогала, особенно тем, кто были в нужде. Тех, кто с нами жили в то время, она любила найти таких людей, которые очень нуждаются в помощи. Она возила нас в Сиэтл до бездомных, как уже рассказывали, и нас учила, чтобы мы проповедовали другим американцам, другим странам, которые мы можем найти. Она учила молиться и будила нас среди ночи, как уже рассказывали, и она никогда не говорила негативное за других. Потом, как уже говорили, что ей врач сказал, что ей только осталось 3 часа прожить. Ее привезли домой и сказали, что ты потихоньку будешь засыпать, и на этом все. Но по молитвам нашим мы очень много пребывали в молитвах и пели песни, и Господь ей еще дал 6 дней прожить. У мамы был очень такой мир и покой на сердце. Она не переживала, нам даже это трудно было пересказать или увидеть, потому что мы все за нее переживаем, но у нее был просто такой мир на сердце. Она была готова уже встретиться с Иисусом. Она исповедовалась и просила всех прощения, и Господь нам дал это время тоже, чтобы мы могли с ней исправить наши поступки и попросить прощения и примириться. Мы молились за мамину, за ее оздоровление, но мама нас так перебила и говорит, давайте помолимся, чтобы Бог мне дал новое сердце. Господь ей дал новое сердце, ей дал вечное сердце. Там, где не будет больше скорбей, не будет больше болезней. Когда мы уезжали в субботу, ей было очень неудобно. Потом мы ее так подправили и перед выездом спросили ее, как у ее самочувствие. Она говорит, мне уже хорошо. Действительно, уже ей хорошо. Мне такой стих еще попался. Псалом 107, 2 глава. «Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей». Аминь. Земля, тело тление.
а на небе меня ждет спасение. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя, а душа аллилуйя поет. Собрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту бой шакала. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Без печали вижу верой спасенных святых в вечной славе. Весь мой прожитый грешный удел мне простился, ведь я главное с Богом успел примириться. Можешь собрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту вой шакала. Смерть давно Иисусу Христу проиграла. Чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, небеса, небеса я увижу. Я увижу. I'm
goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes, I can't hear the sound as angels gather around, saying this is where you belong. Welcome home. Days that my heart aches, wishing you were here. But I know where you are, the hurt and the pain disappear. There's no more tears. I can hear the angels gather round, saying this is where you belong. Welcome home. Дорогие друзья, все гости, родные и близкие покойной, и особо брат Гриша, ваша большая семья, да утешит вас Господь, укрепит ваше сердце. В эти тяжелые, можно сказать, эти дни переживаний, скорбей, трудностей, они, как мы поняли, начались с 27-го. Июня тогда, когда сестра Оля находилась на водном крещении на Twin Lake, она пошла, поместная церковь проводила водное крещение, и мы в то время были утром, пришли на 10 утра служения, потому что мы сейчас на час 30 имеем. И когда я выехал отсюда уже ехать домой, сестра Оля звонит, говорит: «Приедь помолись за меня». Я нахожусь... Я сначала не мог понять, где она находится, где-то на каком-то лейке. Но очень настойчиво просила. Я только что звонила сестре, Господь сказал, что приехали служители, чтобы помазать елеем. Ну, знаете, в госпитале молились, в разных местах мазали елеем, но на лейке еще не мазали. Но она так настойчиво просила, и я все быстренько бросил, поехал туда. Сложно было найти, но нашел ее там, где мексиканцы дали, как-то там дали место, где она находилась, укрыли ее, немножко там пищу принесли, они меня встретили, показали, куда идти. И тогда я не мог понять, насколько это серьезно. Да, мы помолились Богу, созвонились с братом Гришей, они уже были на пути, ехали за мамой, потому что она не могла вести свою, ехать машиной. Для нас тогда сложно было понять, что это очень серьезно. Сестра Вера Перекопская, она здесь есть, да? Да. У нас еще есть сестра Вера, которая и тоже Перекопская, так, да? И когда она узнала о том, что у нее где-то там в лопатке кололо, это очень серьезно, немедленно идти в госпиталь. Это сестра, которая много... работала медсестрой, она уже понимала серьезность этой ситуации. На сегодняшний день мы имеем вот такое обстоятельство, мы имеем предпохоронное служение, мы проводим сестру путь всей земли. И сейчас будет заключительная молитва. Я очень хотел бы, чтобы все мы искренне помолились, чтобы Господь утешил, поддержал, укрепил сердца этой семьи. Братья и сестры, это та семья, которая, можно сказать, наверное,
самые как бы старожилы нашей церкви. Кто-то есть сейчас, кто раньше вас приехал, прямо сейчас? Я думаю, нет. Но именно здесь, в нашей церкви, члены нашей церкви, это брат Гриша, они с самого начала здесь. И, знаете, апостол Павел в свое время давал совет, наставление верующим, святым, какое их должно быть отношение к Господу, друг к другу. Он говорит здесь Фессалоникийцам в 4 главе, что вы о братолюбии нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами научны Богом любить друг друга. И затем 11 стихом говорит так, и он советует усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками. Братья и сестры, это та семья, я думаю, есть возможность сегодня сказать на похороне, это те люди, которые сочетание активности и жить тихо. Это настолько они тихие. Вот вы обратили внимание, по свидетельствам, многие из служений, которые они несли, мы, можно сказать, не знали. Но то, что по мере силы и возможностей и брат Гриша, и вся семья, они старались быть активны в церкви. И струнный оркестр, и духовой, и брат Гриша в всех вопросах, где нужно помочь, и по отношению участка, и по отношению церкви, это те люди, которые очень-очень много трудились, при всем этом живут очень тихо. Мы многие вещи не знаем, какие-то там вопросы, такого не было, чтобы было известно. И даже, знаете, как сегодня, насколько это медиа, люди едут где-то кого-то посетить, сделать, и обязательно с собой, не фотоаппарат уже, а с собой телефон, и обязательно они будут на Вайбере, кого посетили, где были. Даже сейчас есть такая, совет, когда идете в госпиталь, не берите с собой фотоаппарат. Или кому-то делаете милость, не берите с собой. И вы знаете, я обратил внимание, подтвердил в своем сердце, что эта семья, это те, которые тихо делали или делают свое дело. Благослови вас Господь, сыновья, дочери, зятя, невестки, пусть Господь благословит вас трудиться для Господа, сколько вы можете по мере сил и возможностей, и не для афиши, не для того, чтобы кто-то об этом увидел. Такое часто случается, когда люди сегодня служат Богу, чтобы отметиться, или идут в служение тогда, когда они будут участвовать, или куда-то едут на конференцию, если там будет человек проповедовать. Но сестра Оля, как и уже брат Владимир сказал, она всегда вечернее служение, она перезвонит, где гости, где кто-то и туда. Вас будет, она поедет до брата Володи. Если кто-то у нас гостей, она сюда. Она всегда очень и очень активно старалась быть там, просто поучаствовать, послужить Господу. Благослови Господь, пусть добрый пример вашей матери, вашего отца будет для того, чтобы таким же, так же воспитывать свою семью. То, что отношение к молитве, в какое время молиться Богу, это очень ценно. В наше время, обратите внимание, эти детали, они служат фундаментом строения христианской жизни. Благослови вас, Господь, служить Господу, поступать тихо и трудиться своими руками. И вот смотрите, братья и сестры, слово Господне говорит, при вот этой реальности, которую мы имеем сегодня, когда ваша мама, она отошла в вечность, это скорбь и переживание. Но как Даниил сказал, но мир Божий лежит в сердце, потому что мы дети Божьи. И вот я хочу подтвердить это место Писанием или стихом ниже в этой же главе. Апостол Павел говорит так. 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорит вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господа в воздухе, и так всегда с Господом будем». Если мы веруем, все, кто находимся в этом зале, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерший Господь приведет вместе с ним. С другой стороны, детки, сыновья и дочери, брат Гриша, мы не будем первые там, когда вот будет встреча с Господом. Мертвые воскреснут прежде, вот ваша мама, она будет там первая, и потом вот на той встрече, когда наш Господь Иисус позовет церковь, когда будет восхищение церкви, мы знаем, что это тайна Господня, которая совершится на земле, и вот там, вот те, которые, может быть, мы будем предавать завтра в этой земле, они будут первыми. Они воскреснут прежде, а затем мы в живых, если мы, конечно, еще будем живыми, мы придем на эту встречу. Братья и сестры, условия, чтобы так совершилось, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, эта встреча произойдет. Это вечное блаженство ожидает святых. Благослови всех нас, Господь. Братья и сестры, сейчас мы идем в молитве Господу. Мы будем благодарить Господа за это служение, но также еще раз помолимся за это семейство, чтобы Господь утешил, укрепил, и дальше они могли служить Господу и быть также тихими, но активными в служении Господу. Благослови вас, Господь. И у нас есть эта нужда, за которую нужно помолиться. Сестра Маша Рамасё, она попала сегодня в очень такой тяжелой аварии, находится в госпитале. Мы не так давно много молились за Мирона, за ее мужа. Он возвратился, находится в доме, но сейчас вот такое несчастье или вот такая проблема с сестрой Машей, помолимся. И если есть еще нужды, скажите, пожалуйста. Давайте мы преклоним колени, прославим Господа, помолимся Господу, помолимся за эту семью и вспомним за сестру Машу, помолимся за нее. Хвала Тебе. Хвала Тебе, исковедет шауде флаймен, албиде гету кимен, тате крамайнс, аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Овей шабида кумья зол, крамана кумине, шауде фламана, стуби гету кемен, аллилуйя. Ромена кумине, штауде фрамайна, стуби готе кемен, Отец Небесный, албиде глори рамайна. Ормен готе кибеде чауде фрамана стуби голби флабиригиду лайда, албиригиде кем, аллилуйя. Рабиде кумьен собиде албид фламана кубиде чауде гету кимен, аллилуйя. Ромена албид таймена стабада готе кибеде чауде гету кимен, албара лауде фламана готе кимен, аллилуйя. Равиде кумин зов албирегиду чауде фрамана камен, Отец Небесный, о Боже наш, Сыда Эуде Фрайдес, благодарим Тебя, славим Тебя, превозносим Тебя, величаем имя Твое, Бог наш, олмин фламана кумине чауде, ламина кумине ген сурфайда готе крабадус, аллилуйя, равиде кумине олмин глори кребеда ате кривида чейдас, Отец Небесный, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе поклон, аллилуйя, аллилуйя, Богу живому слава, рамантос кибиде чауде глори, ламина кумин, албирегиду чауде камен, благословен наш Бог, благословен наш Бог, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Тебе, Боже праведный, да будет имя Твое благословенно. Ломай нас, Господи вечный, мы благодарим Тебя, Господи наш, ибо до этого места Ты помог нам. Господь, мы благодарим Тебя за это служение траурное, Господи Бог мой. Мы благодарим Тебя, Господи Бог мой, за эту возможность сегодня слышать так многие эти добрые свидетельства о сестре нашей покойной. Господь наш и Бог, и в этой молитве мы особо просим, Господи, за брата Гришу, за, Господи Боже, всю их большую семью, Господи Боже, за сыновей, за дочерей, Господи Боже, за, Господи, зятей, невесток, внуков и правнуков, готел майнас. Господи Боже мой, пусть Твоя милость будет над ними, пусть Твоя благоденствующая рука будет в их жизни, пусть, Господи Боже, устрояется, Господи, их жизнь. Ты знаешь различные нужды, переживания, Господи, которые, может быть, были
или есть на этот момент, Господь, по различным житейским обстоятельствам, да будут они, Господи, устроены, Господи, по милости Твоей. Аллилуйя, Готер Файмин, да будет имя Твое благословенно. Отец Господь, благослови, Господи Боже, всех, Господи Боже, кто находится на этом месте. Мы, находясь в доме плача, Господи, мы, Господи, сделали правильные выводы. Мы, Господи Боже, сделали все необходимое, понимая, Господи, насколько наша жизнь, Господи, краткодневна, как все может быстро поменяться, Господи, и вечность пред нами. Господи, помоги нам сегодня быть теми, Господи, которые верим в Тебя, что Ты умер и воскрес, Господи, чтобы нам иметь встречу, иметь вечное блаженство с Тобою. Хвала Тебе, да будет имя Твое благословенно. Господь, мы просим за сестру Машу, Ты знаешь, Господи Боже, все, Господь, укрепи, Господи Боже, разреши, Господи Боже, эти обстоятельства, да будет Твоя милость над ней, Господь, да будет исцеление во имя Иисуса. Отец Господь, благослови нас разъезд с этого места, да будет, Господи Боже, Твоя ограда, Господи, охрана, путях, дорога, Господи, и завтрашний день, траурное богослужение, устрой и благослови. Хвала Тебе, да будешь Ты прославлен, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, все гости, сейчас у нас есть сестра Надя Давиденко, будет петь псалом, но во время пения и этого псалма, может быть, еще будем петь псалом, будет возможность нам пройти и так как бы совершить такое прощание. Поэтому мы сделаем так, вот с этого ряда можно будет заходить, проходить туда и туда и выходить, чтобы было одним дирекшеном наше движение. Это такая как бы часть прощания, да благословит вас Господь и с миром Божьим. Еще, пожалуйста, внимание, значит, похоронное служение будет Снохомиш на Riverview Woodland, это кладбище, на 2 часа дня. А так здесь будет ночная молитва на 11 часов. I can't believe that I'm here, having to say goodbye. And I can barely see you through these tears I cry. I close my eyes. I can hear the sound. Angels gather round, saying, "This is where you belong. Welcome home." There are the days that my heartaches, wishing you were here. But I know where you are, the hurt and
Welcome home.
Thank you.